Я не пью алкоголь, но очень люблю вкусные газированные напитки, поэтому сегодня предлагаю рецепт безалкогольного крюшона. Подробнее, как приготовить безалкогольный крюшон, я расскажу ниже. Вместо ананаса можно использовать персик или манго. Если любите коктейли послаще, используйте лимонад вместо газированной воды. Газированная вода 1,5 литра. Клубника 150 грамм. Абрикос 4-6 штук. Ананас 100-150 грамм, консервированный. Ананасовый сироп 50 мл, сахар 1-2 столовые ложек, лимон 1/2 штуки, количество порций 4, подготовьте все ингредиенты. Клубнику разомните вилкой в пюре, абрикосы и лимон нарежьте дольками, добавьте ананас и сахар. Хорошо перемешайте, оставьте на 1 час в холодильнике. Переложите фрукты в кувшин, добавьте ананасовый сироп и газированную воду. Безалкогольный крюшон готов, приятного аппетита!